Торрес с мячом. Попадает в беднягу уругвайца, которому и без того пришлось не сладко. Это Диего Перес. И вот уже Форлан. Кавани по правому флангу. Без устали навешивает штрафную площадь соперника. 1-0! Воспользовались тем, что усыпили мексиканскую сборную уругвайцы. Кавани прошел по правому флангу и бросил мяч точно на голову Луису Суаресу. А тот оказался в который уже раз позабыт мексиканскими защитниками и головой с близкого расстояния буквально вколотил мяч в сетку ворот Оскара Переса. Ни единого шанса не было у мексиканского голкипера после этой блестящей двухходовой комбинации уругвайцев. Первый ход Форлан на Кавани и потом навес Кавани-Суарес. Смотрим еще раз. Дали много пространства Эдинсону Кавани, а тот просто, ну, идеальную по исполнению и по точности передачу вырезал на Луиса Суареса. С угла вратарской площади не составило тому никакой проблемы переиграть голкипера сборной Мексики. Надо было только попасть в ворота, что Суарес спокойно и сделал. 1-0 на исходе первого тайма. Сборная Уругвая выходит вперед в матче с командой Мексики и... Пока не скажу, что обеспечивает себе первое место в группе, но...